Здравствуйте! Вы смотрите телеканал «Русский мир». Меня зовут Андрей Григорьев. Я доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета. Слово «матрица» вошло в русский язык в XVIII веке в значении «форма, в которой отливают буквы при книгопечатании», «основу», «список», «перечень», состоящий из необходимых элементов, а еще ствол дерева со множеством мощных ветвей. Из чего же состоит матрица русского языка? Вас ждут 12 выпусков от Кирилла и Мефодия до великой и прекрасной эпохи мемов и смайликов. Цикл уникальных программ мы записали в Центре славянской письменности слова на ВДНХ, символическом и особенном месте. Я предлагаю вам узнать, как росло и развивалось это могучее древо русский язык, матрица всего русского мира, объединяющая его в единое культурное и историческое пространство, и разгадать вместе со мной код русской цивилизации. Не упустите эту возможность.